Информационная программа «Новости 24» в эфире телеканала ННТ. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Почему министр внутренних дел республики считает преждевременным открытие площади для транспорта и безопасно ли сегодня жить в Дагестане? В министерстве прошла пресс-конференция. Подробности через несколько минут. Неожиданный сюрприз и приятный бонус. Так называют новости о материнском капитале молодые мамочки. Сколько денег получит Шаниса, у которой родилась двойня, расскажем сегодня в выпуске. Сегодня в Красноярске стартовал гран-при по вольной борьбе Иван Ярыгин. По итогам первого дня в финал пробились двое дагестанских борцов. Почему министр внутренних дел республики считает преждевременным открытие площади для проезда транспорта? Этим глава правоохранительного ведомства поделился сегодня на встрече с журналистами. В министерстве прошла пресс-конференция с участием представителей СМИ республики и блогеров. Министр представил отчет о проделанной работе за минувший год. Так, по его мнению, большой проблемой на сегодня остается незаконный оборот оружия и наркотиков. В целом, тяжелое время для Дагестана миновало. За последние 10 лет в регионе погибло 370 сотрудников правоохранительной системы Дагестана. Среди них молодые ребята, и это серьезные потери для республики. Благодаря планомерной работе силовиков сегодня вопрос с безопасностью уже не стоит так остро. Это правда, что в нашем регионе в 3 раза безопаснее, чем в целом по стране? На самом деле у нас народ не криминальный. И сам факт, что в 1,5 раза меньше преступлений регистрируется, чем в Северо-Кавказском федеральном округе, и в 3 раза меньше. И это идет не один, это не статистика одного года, это десятилетие уже идет это все. И это подчеркивает о том, что не криминальный народ у нас, как его хотят преподнести где-то. Я вам ответственно говорю, я говорил об этом и в народном собрании. Я говорил об этом и в прежних выступлениях. Вы знаете, преступление экономической направленности, расхищение бюджетных средств есть во всех субъектах Российской Федерации. Где-то больше, где-то меньше. И мы в этом плане не занимаем первое место в мире. Несмотря на умеренно стабильную ситуацию по безопасности в Дагестане, инициативу открытия центральной площади столицы для проезда транспорта в МВД не поддерживают. Уже все маршруты в течение десятилетий отработаны, маршруты все ходят. Эту дорогу вы видели, именно проезжую часть сделали капитально. В случае необходимости она может быть использована как транспортный узел. Но в то же время мы, вот да, это позиция МВД, пока считаем, что преждевременно открывать эту дорогу. В силу разных обстоятельств, а вы знаете, какие это были обстоятельства, из миномета государственные учреждения обстреливали, и разные были обстоятельства. Высказался Абдурашид Магомедов и по поводу извинений на камеру, которые регулярно публикуются на странице МВД. Министр сказал, что если человек совершил правонарушение и хочет извиниться за это на камеру, то ему надо дать шанс, но принуждать его это делать не нужно. Выплаты на первого ребенка, обновленная программа материнского капитала, помощь с ипотекой. Большие перемены коснулись миллионов россиян. Начислять материнский капитал на первенца в России начнут уже этой весной. Для многих осталось непонятным, как и в какой сумме будет выплачиваться деньги по новым правилам. Зумруд Гамидова расскажет по порядку. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 рублей. Алло, Карина, выходи за меня. Ну и что, что мы 6 лет не общались? Да я не пьяный, выходи за меня. Первая народная реакция на поручение Путина – это безобидные шутки в интернете. Как и в 2007 году, когда в России впервые ввели материнский капитал, люди иронично стали предлагать друг другу легко получить деньги. 616 тысяч за одного ребенка уже дают. Понял? У меня есть четкий план на этот год. Ну а если серьезно, для многих мам сообщение президента стало неожиданным сюрпризом со знаком «плюс». Как и в случае молодой мамочки Ирины. Родила дочку Полину она неделю назад. По мнению женщины, новая программа материнского капитала станет весомой поддержкой для молодых семей, особенно при решении жилищной проблемы. Для молодежи это на самом деле шаг вперед в будущее, ну, потому что очень сложно сейчас реализовать себя в плане жилищных условий и, допустим, просто, ну, как бы отложить денежку, да, на малышку в дальнейшем, ну, каждый по-разному. Ну, конечно, это отличная новость. Там, ну, и
и квартиру можно приобрести, и, ну, можно уже не переживать, где взять первоначальный взнос. То есть своего рода как бы мотивация, да? Да, конечно, причем даже серьезная. Я думаю, сейчас и рождаемость повысится. Ну а семье Гусейновых повезло вдвойне. Пару дней назад у них родились двойняшки Магомед и Юсиф. Теперь Шаниса получит 616 тысяч рублей. Говорит, когда планировали детей и думать, не думали о каких-то субсидиях. Но такой бонус, несомненно, приятен. Пока не определились, конечно, об этом пока не задумывались. Вот. Получим, иншалла, уже в дальнейшем будет видно, известно уже, на что мы потратим. Вот. Там в основном как на улучшение жилищных условий, на образование детей. Опять-таки будет уже дальше видно. Новость хорошая, естественно, и обрадует любую мамочку. Ждать, пока ребенку исполнится 3 года, теперь не придется. Деньги выдадут сразу после рождения малыша. Для многих вопрос с выплатами остался не совсем ясным. На самом деле понять все просто. За рождение первенца 466 тысяч рублей, за второго ребенка еще 150 тысяч. Тем, кто планирует до 2026 года родить третьего малыша, государство поможет с погашением ипотеки. За семью будет выплачено банку 450 тысяч рублей. Ну а тем, кто получил сертификат еще несколько лет назад, но еще не успел его реализовать, в этом году положена уже проиндексированная сумма – более 460 тысяч рублей. Вот такая вот демографическая математика. Правда, некоторые эксперты говорят, что новые меры соцподдержки вряд ли способны вытащить Россию из сложной демографической ловушки. Поколение 90-х, на которое нацелена новая программа, не слишком заинтересовано рожать первенцев ради денег. По мнению общественников, было бы эффективнее выдавать 460 тысяч рублей за второго ребенка, а 150 тысяч за третьего, поскольку комплексное решение демографической проблемы видится ими именно в многодетности. Это как раз и есть стимулирование многодетности, потому что многодетная семья является основой того, что с нашей демографией хоть как-то ситуация будет выправляться. Когда рождается ребенок, понятно, что независимо от того, сколько детей в семье, на каждого ребенка необходимо нести расходы. Поэтому я считаю, что вот эта помощь, которая сначала была до 1,5 лет матерям первенцев, потом до 3 лет, и до 7 лет должна распространяться на всех детей в семье. И люди, которые решили объединить себя союзом, конечно же, как мы предполагаем, хотя бы одного ребенка родят. А вот для того, чтобы они рожали второго, третьего, пятого, десятого ребенка, для этого, конечно, нужна поддержка. Но несмотря на разные точки зрения по поводу того, насколько такая поддержка стимулирует семьи к рождению детей, в роддоме заметили, как только стали выплачивать мат-капитал на второго ребенка, рожать стали больше. Значит, есть эффект и динамика. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Благотворительный фонд «Инсан» призывает потратить федеральный грант на лечение больных детей бабочек. Речь об 1 миллиарде рублей, которые в скором времени получит Дагестан. Глава региона призвал жителей республики выдвигать проекты по использованию этой суммы. Представители благотворительного фонда предлагают направить деньги на оснащение медицинского центра для детей бабочек. Почему это важно, расскажет Хамза Нурмагомедов. Одно неправильное движение, и кожа с ребенком может сойти. Дети начинают страдать и мучаются от боли. Эта болезнь неизлечима. Она называется буллезный эпидермолиз. Малышу нужен постоянный уход. Только на перевязочный материал уходит более 50 тысяч рублей в месяц. И это на одного ребенка. Очень большая просьба, чтобы обратили внимание на эту проблему. И просьба матерей, чтобы было такое место, куда можно было обратиться с болью, чтобы какую-то помощь нам оказали. Благотворительный фонд «Инсан» просит правительство помочь. На часть средств федерального гранта открыть медицинский центр. Пятиэтажное здание уже готово, завершаются внутренние работы. Однако денег на оснащение специальным оборудованием нет. Поэтому мы предложили свое участие в освоении этих средств. Надеемся, что народ и руководство нашей республики поддержат нас в этом социальном важном проекте не только для нашей республики. Медучреждение позволит оказывать бесплатно всю необходимую помощь детям-бабочкам. Не нужно будет для этого выезжать за пределы республики. Эта клиника станет уникальным на Северном Кавказе.
Она придаст силу уверенности не только больным детям, но в первую очередь родителям, которые годами оставались наедине с тяжелым недугом своих детей. Создание условий для тех, кому нужна неотложная помощь – залог процветания республики. Хамза Нурмагомедов, Муса Салгиреев, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Махачкала. Акция «Блокадный хлеб», приуроченная к открытию Года памяти и славы в 2020 году, состоялась в Хасавюрте. Все присутствующие на площади имени Батырмурзаева смогли угоститься символом мероприятия – кусочком хлеба весом всего 125 грамм. Именно такая минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Целью акции является сохранение памяти о трагических страницах военных лет ради уважения к истории родной страны и ее героям. И о спорте. Сегодня в Красноярске стартовал гран-при по вольной борьбе Иван Ярыгин. По итогам первого дня в финал пробились двое дагестанских борцов. Обзор турнира в столице Сибири подготовил мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. 11 утра в столице Сибири, сейчас минус 15 градусов, но позади меня в стенах этого дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Сегодня, а также в течение трех соревновательных дней будет по-настоящему жарко. Турнир в Красноярске собрал более 300 борцов из 14 стран. Гран-при Иван Ярыгин по традиции открывает нам новый борцовский сезон. В этом году турнир не носит статус рейтингового, однако, по мнению специалистов, от этого конкуренции на ковре стало только больше. Российские борцы, как и в предыдущие годы, определяют здесь обладателей путевок на чемпионат Европы. Мы освободили три весовых категории, это 57, 74, 97 килограммов. Почему? Потому что они уже, кому что доказывать, они уже все всем доказали. Угуев двукратный чемпион мира. Седаков двукратный чемпион мира, четырехкратный у нас Абдул-Рашид Садулаев, олимпийский чемпион. Остальные весовые категории уже посмотрим, кто выиграет. Если кто-то из ребят выиграет, которые уже проверены, что их проверят, а которые еще молодые не проверены, тогда будем уже смотреть решением тренерского совета, как уже будем принимать решение. От этого зависит. Первыми в турнире у мужчин на ковер вышли борцы трех весовых категорий – до 57, 61 и 70 килограммов. Организаторы развели фаворитов по сетке, но до финалов дошли не все. В споре так называемых «мухачей» лучше других смотрелся Ахмед Идрисов. Хасавютовец – победитель юниорского первенства мира. В Красноярске он борется впервые, но, несмотря на это, вчерашний юниор уверенно выиграл три схватки. Завтра его ожидает встреча с Азаматом Тускаевым, которому уступил наш чемпион России Рамиз Гамзатов. Ахмед Идрисов, он, как говорится, и не новичок в борьбе, и не, как вы говорите, возраст борьбы, он уже только-только начинает, но он уже заявил о себе, и на Аланах вы видели сами, это очень прогрессирующий молодой парнишка, который все себя отдает в схватке. Он на тренировке перед нами же вырос, у нас училище Олимпийского резерва, его старший брат, и он. Это человек, который действительно тренируется. Я думаю, что в дальнейшем он многим попортит кровь в этом весе. В категории до 61 килограмма Дагестан рассчитывал на финал Ферзалиев Магомедов. Сегодня все шло к этому, однако путь к золотой медали чемпиону молодежного первенства Европы преградил опытнейший Александр Богомоев. Рамазану Ферзалиеву хорошее сопротивление оказали земляки Шамиль Амаров и Ибрагим Абдурахманов. А в полуфинале хасавюртовец уверенно взял верх над тувинским борцом. Если так взять, по-общему, вначале было очень трудно, потому что он вчера очень плохо спал. Это сказалось на первых схватках. Богомоев Александр тоже очень сильный борец. Они один раз только встречались, и там была равная почти схватка, когда Рамазан выиграл у него. Но угадывать не будем. Посмотрим, завтра ковер покажет, что Аллах даст. На то мы согласны. Ему сейчас нужно главное выиграть схватку. И дальше уже думать. Европа. Ему нужно настроиться на схватку. И лишь в весе до 70 килограммов дагестанская команда останется без наград. Здесь до финала дошли чемпион мира Давид Баев и призер Европы Исраил Касумов, трижды побеждавший на ярыгинском турнире. Первый день сложился для дагестанской команды неплохо, но ожидали большего, признается старший тренер Гайдар Гайдаров. Мы рассчитывали сегодня в двух весах финалистов иметь. Финалисты в двух весах есть, но с обеих сторон хотели. 70 у нас такие ребята равные, лидеров не было в этом весе. Надеялись, что кто-то там неплохо отборется.
к сожалению, они в первом же круге проиграли. Финальные встречи первого дня пройдут завтра вечером, а в 7 утра по московскому времени в борьбу вступят представители следующих весовых категорий – до 65, 79 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч!